Всем привет, друзья! В этот раз я решил сделать необычную подборку полезных товаров для автомобиля, которые могут пригодиться для их ремонта и обслуживания. Не забывайте активировать колокольчик, если хотите первыми получать и смотреть мои видео. Ссылки на все товары в описании. Поехали! Универсальная флуоресцентная жидкость для поиска протечек в герметичных системах. Добавляйте немного этого раствора в масло, антифриз или бачок гидроусилителя, и места протекания будут ясно видны под светом ультрафиолетового фонарика. Полезно и необычно. Кстати, ссылку на фонарь вы тоже можете найти в описании. Недорогой и компактный прибор для определения высокого напряжения на высоковольтных проводах системы зажигания. Достаточно прижать измерительную сторону тестера к проводу на работающем двигателе, и мигание лампочки подтвердит, что все в порядке. Очень удобным помощником при ремонте может стать следующий наручный магнитный браслет, на который можно крепить гайки, болты и прочие мелкие детали, а затем с удобством их себе подавать. Полезная вещь, которая наверняка может пригодиться при проведении различных видов работ. Любителям поковыряться с машиной в темное время суток как нельзя кстати может оказаться такой вот налобный фонарь. Просто крепится на голове и освещает тот участок автомобиля, на который вы смотрите. Что логично, руки при этом остаются свободными, поэтому их можно задействовать на все 100%. Что-нибудь шумит, стучит или издает непонятные звуки там, где этого не должно быть, стетоскоп для автомобиля поможет локализировать все подозрительные места и вовремя устранить проблему. Отличается высокой чувствительностью, что обеспечивает хорошую слышимость неисправности даже при очень шумном внешнем фоне. Собственный набор для замера компрессии в двигателе по цене двух замеров компрессии на станции. Имеет в комплекте переходные муфты под различные размеры свечных отверстий, поэтому можно замерять компрессию не только у себя, но и на мотоцикле соседа по гаражу. Что такое гаечный ключ, наверное, знает каждый. И все, кто любит поковыряться в железках, наверняка знакомы с местами весьма ограниченного пространства, где при окончательном откручивании гайки или болта приходится постоянно переставлять ключ на грань. Незаменимым помощником при работе в таких условиях могут стать накидные ключи с храповиком, которые помогут тратить минимум времени на окончательное отворачивание болта или гайки в тесных местах. Случается, что частенько различные инструменты для ремонта раскиданы по всему гаражу в хаотичном порядке, и поиск чего-нибудь простого может занять довольно долгое время. Этого не случится, если есть куда сложить все, что валяется не на своем месте. Органайзер для инструментов, специально для этого случая. А следующий товар – вполне себе рабочая бизнес-идея для небольшого поселка. Содержит в себе самый полный набор различных инструментов для кузовного ремонта, специально для того, чтобы взрослые дяди сами могли исправлять последствия неаккуратного вождения. Не всегда получается возить с собой целый набор инструментов, если таковой имеется. А вот разобрать что-нибудь по машине часто возникает совсем внезапно. А вот и набор, который можно постоянно возить с собой в машине, который занимает минимум места в багажнике и содержит все то, что нужно для небольшого внезапного ремонта. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, можете посмотреть и другие ролики на моем канале. Как всегда, я желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.